Над вами снова я, Блэк Фалка. Давно я не играл в FIFA. Сегодня я поиграю в FIFA 14 в онлайне, в режиме сезона. Надеюсь, скорики наведутся и все будет хорошо. Сегодня еще один играет в режиме сезона. Надеюсь, кто-то из них станет моим соперником. Позже пока загружаются составы. Ждем. Состава загружена. Попробуем сыграть за свой любимый МК, если соперник найдется. Это пока не очень. Так. Соперник не найден. Давай тогда попробуем за Зенит. Зенит все равно должен найтись. Соперник найден. Это хорошо. Что ж, небольшая тренировочка завершена. Вот это тащит. Гол. И еще один. Что ж, интересно. Кто станет моим соперником? Зенит Монако. Это будет интересно. И посмотрим, до каких высот сможет дойти. Ну, вообще, сможет ли? Команда выходит на поле. Наш Монако серьезно справлен, но Зенит был очень силен в 2014 году, и я думаю, я смогу справиться. Резко бригада из Италии. Сразу же нет Ладыгин, Шмойников, Нету, Ломбович, Клишета, Вершель, Фальжулин, Халк, Алшавин, Данни и Вандон. Шестов Монак, Шубасиш, Куржава, Лекал Лековаля, Абденур, Абидай, Тувахан, Жоу Маутину, Кондогбия, Родригес, Билбатов и Фаликао. Что ж, нас ждет интересный матч. Что ж, погнали. Халк. Ошибаюсь. Лондон. Пока что идет бой вообще на линию поля. Я не собираюсь играть эту волну, но пока что соперник меня поджимает кого-то. Ошибка за ошибкой. Кажется, у меня мало что получается.
соперника довольно жестко, и мяч команд. Штанга шпашает мою ворота. Дани. Наверх. И... Было опасно, но гол забить не получилось. Шарен. Трудно, трудно одному атаку развивать, поддержите его, ребята. Да, не делает наверх. Ну пока что соперник отбивает вообще. Хаук. Наверх. Пожуну. Мимо. Ошарен. И 0-1. Кондогбия открывает счет. Что ж, а шум шли в Волоне. Как говорится, не забиваешь ты, забиваем тебе. Опять ошибка. Пока что у меня пошла ошибка на ошибке. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист, мяч перехватывает. Да, все-таки было нарушение. Да, достаточно верно свистит. Что ж, походу нам лучше делать замену или поменять тактику. Стал позицию, совершил перехват. И поглядим, удастся ли обороняющимся вылить. И что здесь? Думаю, это классно. Нет, везет у меня. Что я показываю желтого. Вот так это было очень грубо. Хаук. Дальний. Неточность, соперник мяч перехватывает. Ну давай, Аршавин. Аршавин ошибается. Рандон. Хаук. Шавом удалось меня вышел. Мяч в центральной зоне, перехват. Шмольников.
получилось. Вот борьбе мяч, кажется, бесхозно. Хороший шанс до удара. Он опять хочет поменять что-то в тактике. Станция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворота. Очень важный и нужный для Получается для этого. Пока что. Что выйдет из этого перехода. Да, нет. Уж если кому не нужен жесткий спектр, как футболист на плечо. Мяч ошибся у меня. Наверх. Штанга. Вот и Сикардо Карвайо. Надо теперь не пропустить вот эту контратаку. Так и наш наиграть нельзя, но получилось большой ошибок, к счастью. Халк. Пока что там шкаф не может, что такого нету ни у кого. Как в первом тайме же ушел 0-1. Ну что ж, в первом тайме могла быть ничья, и могла быть и любая из команд. Случилось то, что случилось, но равенство сильно лицо, и поэтому любой окончательный результат нельзя исключить. Первый тайм повесил много вопросов в воздухе, потому что ничего еще не определено. Все может измениться во втором тайме. Даже 5-3. Штвол 1-2, владение мячом 57 шагов 3. Значит, по статистике я говорю выше, кроме удара в штвол. Что ж. Думаю, замена. Вместо Фейжулина. Киржаков. И схему сейчас поменяем. На 4-4-2. В принципе, так и оставим. Это уже агрессия по необходимости. Может быть, до известной степени сборе. Но игра идет, счет... Аж поехали. И надо пытаться забить, даже рискуя. Но иногда вот без исходности именно люди и даже целые команды решаются на такие вещи, что потом они слагают легенды. Киржаков. Киржаков ошибаемся. Ладыгин на месте. Нужно было быть смелым человеком. Ну давай, Аршавин. Пытается сохранить мяч. Аршавин пока что не получается. Наброс атакал. Пока что мочевал. Несмотря на счет. Потери мяча. Этот переход награда за его старание. Халк. Мяча не уже поддаваться, потому что сейчас будет удар. Голубая ошибка. Ладыгин на месте. Ладыгин спасает. Думаю, что я вам сейчас еще одну замену. Вместо Аршавина на поле выйдет Шатов. Причем не один. Вот Тай ошибается.
А вот 0-2. Гол забивает Влада Легиш. Именно состоялось, вместо Шата, вместо Ушавина вышел Шата. Ну и вот результат борьбы, мяч отобран у игрока и катится по газону. А вину получается, матч все-таки равный, а на поле голят шифлы 0-2. Глубая ошибка. Что-то в второй тайме вообще играли фигово. Кинжаков. Башню Шатова. Шатов убьет. Вратарь справляет, а на добивание никого. Хорошо. За счет сейчас мог шахте 0-3. Ничего не получается сегодня у команды, и моментально все это перебазируется на трибуны. Серьезное разочарование дало болельщиков в этом матче. Они не ожидали, что вот так может обернуться игра. Кинжаков. Как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. Причем Шатов. Спокойно, уверенно, плотно и буквально вынужден. Хорошо. Наверное, у него до вообще. Да, обшарик был. Ладыгин спасает. Нужно было выходить, нужно было рвать дистанцию. Он так и поступил, молодец. А в вольной борьбе это называется проход в ноги. Что, хотя бы забить гол престижа. Все-таки на один гол уж, может, и наиграл. Хотя в том тайме преимущество соперника очевидно. Буфол, Хава Кошталев, мяч не долетает до нападающих. Вот это настоящий форвард, да? Бьет он обычно не далека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. Думаю, надо бить и забивать. Вот на этом мы видим. Ошибка, но до 0-3 счет дело не доходит. В следующий раз выгонит, это тоже будет прав. Желтая. На ну, в принципе, справедливо. Хаук у нас справедливо нехило. Нам покажут другой повтор. Повтор удала. А вот и сам фол. А вот и 0-3. Белобатов. Обидненько. Счет растет, и вратарь не может ничем помочь своей команде.
Да, бывало, что он спасал матчи, но вот сейчас совсем другая история. Этим сколько угловых не дай, все забьют. Заиграли, в конце концов, спохватились, но похоже... Еще одна ошибка. В половине случаев тренер, давая напутствие перед игрой, говорит атаку до удара. То есть, если ударов мало, значит, тренер установку выполняется не до конца. Вот шанс забить. И даже такое не забиваем. И даже такое. Если не жевать такие, то я не знаю, как жевать. Он уже пошли издеваться надо мной. Посмотрите, ну он жалеет своих болельщиков или нет, как вы думаете? Вроде бы это потеря, но борьба продолжается. Хороший момент. И опять мимо. Очень много игроков в штрафной площади. Угловой. Гол не угадал дальше. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс. И все-таки гол пусть уже соводить уже дальше. Гол забивает выше нету. И какой чудовищный промах вратаря, естественно, использованный тем, кому это продолжено. Только сумасшедший, конечно, может возложить на себя такую ответственность. Ошибка вратаря приводит к голу. Практически уходя с поля, они наносят укол противнику. Он дальше дошел по своим болельщикам сомнительный повод порадоваться. Пас вратарю. Что, в паши не играть умеет. Вот это я называю отвести опасность мощным вратарским ударом. Сейчас влёт, но мимо. И финальный счет 1-3. Что? Думаю, еще один матч сыграю. Я, блин, кому. Игроки уходят в школу. К сожалению, я первый матч проиграл. Что ж, посмотрим повтор. Полном пока всего лишь один. Ударный 13-10 в мою пользу. Штрафов 6-7. Владение мячом 52-48. Рейтинг игроков. Ладыгин 7-1. Клишета 6-3. Ломбикс 5-4. Нета 8-6. Смольников 6-7. Дани 6-9. Лючей 6-9. Хавк 6-6. Шатов 5-8. Лондон 5-6. Кожуков 6-3. Фальжурин 4-6. Оставин 5-4. Соперник. Шубаша 6-8. Абидай 6-1. Абдунул 8-2, Лекал Лекавар 6-9, Кужава 7-8, Туволан 6-6, Кандугбе 7-5, Жоу Мокини 8-1, Вилбата 8-7, Пайкау 6-4 и Вадрыгис 8-0. Что ж, сыграем еще один матч, думаю, также зажжет. Только состав немного изменю. И схему. А сезон хватит 84. Надеюсь, мне повезет, я найду с кем поиграть. Зенит. Играем на этот ваш в гостевой форме. Уходшей командой. С кем будет наш... Мой любимый 4-4-2. Так. Ну вот я поставлю Малафеева, Анюкова,
Штаб готов. Сейчас охладится. И ищем шапявника. Что, неужели не будет спавника? Все, на этот ваш спавник не найдем. Давайте попробуем тогда шаговать. За... Лому. Ищем. Соперник найден. Это хорошо. Против него все же токи. Пытаюсь пошат. Мимо. Это ваш гол. Сейчас посмотрим, кто у нас спевник так будет. Вам или Вентуш. Это будет интересно. Команда выходит на поле. Тож, матч наш идет интересно. Я еще вот вас ошибаю повыше. Жаб вам Дешанкиш, Майкон, Бенаки, Яндва, Каштан, Ломанюли, Давоши, Полянич, Нэнгалан, Токи, Лялич и Жовиню. Сам Флювен Буфон, Бавожали, Бавнучек, Лелини, Пиво, Лихштайну, Видаль, Пагба, Ашамова, Тевиш и Люланте. Матч уже у нас интересный. Что, и мы начинаем? Жовини. Давоче. Токи. И если не отобрать мяч по новой, атака не завершена, можно получить контратаку. А это шанс для игрока Ювентуса. Так, держать, держать. Наверное, Фернандо Лоренте попадает. Приквален на меня спасает. Неплохо. Ребята, что Микол по вложению. Остается он на поле. Спасибо. Что ж, такое, конечно, нельзя.
Назвал, что понесло. Вот моментище. Пока что везет. И мяч прилетает точно в руки вратаря. Никаких проблем. Много подтормаживает у нас. Хороший проход и явно он нацелен на удар по воротам. Наш наш тяжелый год с ожиданиями, но попробуем. Аж пока что, что у меня у соперника очень много ошибок. Безусловно, удачное действие защитника, потому что мяч в ауте и будет бросать его команда. Ленгован. Блин. Немного не высчитал. Пока что дело же вообще. Хороший шанс для удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. И теперь мяч у команды соперника. И это сам Франческо после собственной персоной. Защита настояла на своем, причем, как видите, довольно шок. Пока что не уголовчик. Вот это футбольный Фигаро. Все 90 минут сегодня будет носиться как заведенный. Думаю, надо бить и забивать. И игрок обороны выносит... Паш, пока что матч лауны. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовало. Даже на башка матч походит с небольшим моим преимуществом. Но с небольшим. Повешло. А так мог бы быть и гол. Нам покажут, что это важно по окопшу. Не беспокойся, но все нормально. И... Вратарь спасает. И голову не бывает. И надо начинать подтормаживать. И, скорее всего, он это все-таки подлагивает у моего шиповника, потому что у меня что-то там все нормально. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. Да, офсайд был. Он эту грань приступил.
ошибка. Я же так играть нельзя, как сейчас играю. Мимо. Шутки не вызывают, но болельщиков ничего, кроме смеха, вне зависимости от того, за кого они переживают. Пока что наш матч проходит с наименьшим успехом, без опасных моментов. Вратарь спасает. Хорошо. На него даже смотреть, а противодействовать тем, ну еще один угловой. На втором этаже, но мимо. Это им пора уже еле-еле, а не попал. А теперь было точно мимо. В фильме где-то говорили, там хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал. Если ничего не в ворот. Я поражен такой замах. Разыгран угловой. Но пока что по ударам я полностью уступаю. На экране статистика ударов по воротам. Даже не перехват, это просто подарок какой-то. Потому что неплохая комбинация. Опасный момент. Но там встает Буффон. Все, первый тайм по нулям. Вот сейчас очень важно, кто из тренеров сумеет найти что-то этакое, чтобы вот сместить равновесие в игре в свою сторону. Юра, хочу тебя расстроить. Есть у меня подозрение, как от тренера грамотные, что каждый из них что-нибудь найдет и продолжится такое же точно бодать. Нам покажут повтор. Вот самый опасный момент у Ливентуша. А наш самый опасный момент не показали. Удары 2-7, штрафов 2-3, владение мячом. 50 на 50. Что ж, замены. Но дальше выходит Флэншел наш. И пока что все. Все, девка не покажем, Флэншел немножко рядочек. Все, погнали, второй тайм. Ювентуса уже готовы к тому, чтобы начать свою первую во втором тайме атаку. Почему бы игроку Ювентуса не ударить? Нужен, наверное, Фернандо Лоренте. Что хорошо. Защитник мяч. Мяч добивают у меня. Пока что не получается. Почему-то я думаю, что победят первым. А само?
Мячом Фаланша. А там никого. Что ж, желтая была чашка. Ну, пожалуй, нарушение было. Мог возникнуть опасный момент. Ну да, не успевал он за оппонентом, поэтому пришлось нарушать. Что ж, весело? Я ошибся, но лотаешь по шару. Каждая команда хочет выйти вперед, но вратарь берет этот мяч, и все надо начинать сначала. Сажа просто головой. И это головой, увы, ни к чему не приводит. Жовиньо. Они могут сейчас фола. Токе. Паш на Жовиньо. Причем, что мы делаем в меню. Удар приходит в защитника, и мяч уходит в лаву. Хорошо, в этом тайме Ливандовск такой вот аж клея. А это явный офсайд. Давайте же его нажмем. Ну еще и Барса сумел, что Токи. Погодите, вернее, не мышей ваша. Выйдет дальше, что вам вешать токи. Токи заменил, посмотрим, что пойдет дальше. Пока что я очень часто ошибаюсь в задаче. Причем опять подальше. Пока что я определенно не форму. Латай. И еще раз латай. Латай просто пока что герой этого матча. Сколько ударов он сейчас потащил? Угловой. Мяч попадает в руку, да? Сам по себе процент владения мячом, он не так много определяет. Потому что вот 50% владения, да, одни могут сделать вот это, а другие вон тут. Вот, и счет на табло может быть вот такой, как мы имели, а может быть и оборот. Поэтому, ну что, принял сведения, 50% на 50%. Мило. Я от статистики тупее. Кажется, помню, как переигрывает меня. И это гол. Да, на миллиметр, но офсайд был обидненько. Что гол был, но из офсайда он отменен.
новичок мяч ушел за лицевой удар от ворот. Сейчас Хёник ошибается. Опять офсайд. И все на этом, потому что игрок оказался в положении вне игры. Не думаю, я, что команда закладывалась на потере мяча в такой ситуации. Куда? Наташ пошает. Угловой удар у ворот соперника на последних минутах. Пока ничья. Ну, как часто бывает, угловой ни к чему не привел. Впрочем, достаточно часто бывает и наоборот. Ну что, да, что? Удал, но мимо. Могу, конечно, повести и побольше. Разговоров нет, но что случилось, то уже случилось. Вот обидно-то, а? Не справился с собственными нервами. Такой ответственный момент. Он же ошибается. Была ошибка. Что, угловой? И игрок Ювентуса выполнит удар с угла поля. Это может быть опасно. Это будет опасно. Сравнительную статистику, количество углов. Выигрывает борьбу вверху. Часто мило. Офсайд. Зафиксирован офсайд, да, зафиксирован. Что, последняя атака? Да, мимо и на этом все. Счет по ногам. Один ваш мяч побывал в сетке, но я забил из офсайда. В принципе, справедливо. Во втором тайме Ювентус был все лучше, а первый тайм был главный. Что ж, думаю, сейчас посмотрим статистику и на этом все. Надеюсь, я вас не разочаровал. Я честно пытался показать красивый футбол. Вот самый такой опасный, наверное, самый опасный момент в матче. Статистика. По данным 6-15, что 4-8, владение мячом 51-49. Статистика. Это Санкс 9-4 больше игрок матча, в принципе, это не удивительно. У Манюли 6-3, Леандр Каштан 7-0, Винати 6-8, Малькон 6-7, Девоши 6-5, Нейнгалан 6-7, Пьяни 6-6, Фаданс 5-3, Десто 5-6, Рувину 6-3. Реали 6-2, Тоти 5-8, Ювентус, Буфон 7-6, Клинини 7-6, Бонуч 7-7, Болжали 6-7, Пиво 7-9, Ашамова 8-2, Погба 6-8, Видай 6-3, Рикшайн 7-1, Лент 6-3,
3666. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорого!